Вопросы обеспечения безопасности движения на транспорте на днях обсудили и представители компаний-перевозчиков, сотрудники РЖД и автомобилисты. Какие темы были затронуты в ходе совещания, сейчас узнаем. Участники встречи рассмотрели профессиональные вопросы, связанные с соблюдением федерального законодательства. В ходе диалога перевозчикам дали разъяснения по поводу изменений. Министерство транспорта Российской Федерации считает важным проводить такие совещания на регулярной основе в качестве предупредительных мер. Луиза Егазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.